Социально-профилактическая акция в здании железнодорожного вокзала проходит ежегодно. Статус федерального детского курорта обязывает постоянно повышать уровень безопасности. На вопросы жителей и гостей курорта ответили начальник железнодорожного вокзала, представители общественного совета правоохранительных органов. Интересовали вопросы перевозки детских групп, как идет сопровождение. Также интересовались безопасностью во время следования. Особенно интересовал вопрос к лицам, которые распивают спиртные напитки. Какие меры принимаются и как мы с ними, как говорится, боремся. По аналогии с аэропортами, по самолетам. В прошлом году отдыхающие часто задавали вопросы о безопасности и сохранности личного имущества на вокзале. В этом году ситуация изменилась. В зоне оперативного обслуживания Анапского линейного отдела МВД на транспорте не зарегистрировано ни одного факта кражи в поездах. Теперь один из самых популярных вопросов о курении в поездах дальнего следования. И по куреву на вокзале уже вопрос решен. Наш вокзал, я тебе сегодня могу сказать, уже 3 года мы не курим на входе в вокзал. Сейчас закон вышел. Проблем нет, и люди понимают это. На все вопросы жители и гости курорта получили подробные ответы, в том числе об установке эскалатора в здании вокзала. В скором времени он будет. Наши условия жизни улучшаются, и хотелось бы, заходя в вагон, в купе, куда угодно, чувствовать себя комфортно и безопасно. Я поблагодарила за то, что очень чисто, комфортно, доброжелательная обстановка, вот, например, на вокзале. Я регулярно здесь бываю. Одна из задач часа пассажира – наладить диалог между пассажирами и правоохранительными органами. Я узнал здесь, на вокзале, как провозить оружие. Это одно. Второй вопрос. Так как я сдаю гостиницу небольшую, то есть я могу свободно приехать, встретить и взять пассажиров. Волонтеры также приняли участие в подготовке и проведении акций, изучили общественное мнение, провели опрос среди пассажиров, как бы им хотелось улучшить условия поездок. Комфортное и безопасное передвижение пассажиров – главное направление в работе сотрудников железнодорожного вокзала. Для улучшения качества здесь учитывают мнение каждого.